Вы все еще ждете свои вещи? Уже целую вечность. А сколько занимает стирка? В прачечной есть звонок. Когда стирка кончится, он прозвонит. Понятно. Закончу неизвестной цитатой Конфуция. Тот, кто исполнен терпения, со временем получит чистую одежду. Стирка закончена, но машина не отключилась автоматически. Звонок надежно прикручен. Снова пришло время разрушений. Здравствуйте. Добрый день. Жалобы не очень-то помогают, да? Не очень. Все еще ждете постиранные вещи? Да, похоже, это на весь день. Если вы ждете звонка, то к тому все идет. Почему? Потому что вы можете прождать очень долго. А в чем проблема? Звонок сломан. Вот в чем проблема. Видите, звонок сломан. А я думаю, что стирка еще не закончена. Не закончена? А когда вы включили машину? 4 часа назад. Просто сегодня стирка идет медленнее обычного. Милый друг, я с первого взгляда узнаю сломанный звонок. И это точно один из них. Нет, он не сломан. Просто стирка еще не закончилась. Не закончилась? После 4 часов? Да, вещи в этот раз очень грязные. Звонка нет. Он не может звонить. Вот что я называю сломанным звонком. Нет. Стирка еще не закончена. Он зазвенит, как только стирка закончится. Вы можете провести здесь 1001 ночь. Пора заканчивать. Звонка больше нет. Звонок прекратил свое существование. Он отправился на встречу с Создателем. Это всего лишь безжизненная оболочка звонка. Его час пробил, и он покоится с миром. По нему прозвонил колокол, и он поет с ангелами. Это бывший звонок. Ну ладно, тогда лучше забрать вещи из стирки. Да здесь охрипнуть можно, пока освободишь стиральную машинку.